Всем привет! Сегодня приехал, думаю, такой, дай зайду на китайку, посмотрю, что там да как, пофармить. И, честно говоря, ребята, охренел с того, что здесь сегодня увидел. Такое чувство, что мы скоро просто прокачаем топовый аккаунт здесь, вложив минимум ресурсов. По-другому это не назвать, если сравнивать героев, которые у нас уже есть, с теми, что есть на нашем сервере, и с талантами, какие там падают, прокачками, то я вам скажу, это просто жесть, ребят. Мы уже тут кучу восьмерок накачали, выбили кучу топовых героев, получили, в принципе, все, что надо там для всех локаций, осталось только время вложить в них там КГшки, синие кристаллы, и у нас будет просто топовый ак. Если вам нравится эта рубрика, однозначно ставьте лайк. Вчера, как вы видели, мы достали стрелка недостающего героя, нам осталось достать Анубиса, Рину, нового героя, повелителя бури и Анубиса. Точнее, я уже сказал, Анубис, Рину, Ронин и повелитель бури. Четыре героя. Арктика, в принципе, нам как-то так особо не нужна, но это тоже пятый герой, да, там из таких, которые нам, в принципе, необходимы будут. Я зашел в акции, думаю, такой, дай-ка зайду, посмотрю, что там, да как там. Сейчас сами охренеете. Ну, значки почета там, думаю, ладно, как у нас. Дальше там КГшки 3000. Слизни, окей, забрали. Карта, ну, нормально, в принципе. Ну, а дальше, ребят, полный начинается трэш на китайке. Рудольф, 20. Окей. Донатный герой, согласен. Точнее, Джелли забрал. Ну, в принципе, у нас больше уже наград не бывает. Ну, смотрите сейчас дальше, офигевайте. Грубая сила, ребят. Просто сразу 5-8 вам дают то, чего у нас там я слил немерено ресурсов, немерено коробок, чтобы получить хотя бы одну грубую силу. Хрен там. Тут я уже кучу выбил ложных выпадов последних талантов. Воодушевление повыбивал. Грубая сила 5-8, ребят. Это просто трэш. Но смотрите дальше. Сразу же следующее. Воодушевление. Причем эта акция идет там не один день, не два дня, а целых 5 дней. То есть за 5 дней вы можете купить кучу плюх с базара и постепенно собрать вот такое. Дальше вообще полный трэш-контент. Гнев там. 5-й сет, скорее всего. Да, 5-й сет. Ну, вроде как бы нормально. Ну, тут хоп. И повелитель бури, недостающий нам герой, которого мы тоже соберем. Причем не будем тратить самозветы на выбивание. Ну, как бы круто. Дальше я просто охренел. Еще один 5-й сет ложного выпада. Ну, как бы такое себе, да. Ну, пусть там будет. Ну, а тут просто охренеть. 5-й сет ремки, который нам очень необходим для того же самого Минотавра, для хранителя, который у нас с коркой. 5-й сет. И все, и у нас уже аккаунт там, с нуба аккаунта, да, там, с топовыми героями, которые у нас есть, превращается просто в ляльку-куколку. Я бы так сказал, потому что это реально. То есть у нас все необходимые герои есть, осталось их только прокачать. Ну и тут чисто я так захожу и смотрю, там базар. И знаете что? Я охреневаю. Здесь Анубис за полпака. Просто тупо Анубис за полпака.
Это герой, которого там многие хотят выбить, а он тут стоит вообще фигню. Так только раз, и смотрите, какие у нас награды. 50 тысяч значков почета, 3000 кгшек, Анубис, 230 камней, 10 тысяч кулаков, сразу руны на прокачку, 2 карты, кучу слизней, книги, самые топовые, синие кристаллы, там зеленые, еще слизни, 4 коробки, ребят, 4 коробки, питомцы. Ну это просто жесть, я вам так скажу, просто жесть. Вот пришли награды, еще грубая сила, а у нас места не хватает, вот так вот. Это просто, ребята, жесть. У нас тут будет сейчас топовый Анубис сразу с офигенным талантом, с грубой силой. Думал ставить Минотавру, но потом передумал. У нас тут Минотавр с богом войны, и нам его хватит с головой. Если нужно будет потестировать грубую силу, мы ее тестанем. У меня на основном аккаунте, мы ее по-любому когда-то выбьем, ее нам там добавят. Ну, это просто, ребята, жесть. Я говорю, я просто охреневаю с этого сервака. Тут просто можно там минимум вложить и играть себе в удовольствие. Почему многие русские тут и играют? То есть тут нету каких-то там заоблачных акций, там возьми то, ты берешь, потом оно нахрен не надо. Тут все легкодоступное, захотел там выбил, захотел получил, так. Но не знаю, как по мне это годно. Ну что, открываем нашу новую имбу. Вот наш Анубис, у нас осталось несколько героев недостающих, я думаю, мы их в течение там месяца соберем, может и быстрее, потому что тут так акции, смотрю, проходят. У нас такого нет. Начали у нас, конечно, немножко исправлять эту ситуацию, но все равно далеко до других серваков. Смотрим. Вот 1.1.8. Сразу же активируем ему скин. Плюс 50 тысяч силы. Крит сопротивления, по-моему, у него скином идет еще. Ну, уже круто, да? Но это не все. Мы сейчас ему еще сделаем грубую силу. И он у нас будет брутальный анус. Новый брутальный анус, ребята, на китайке. Это будет нечто. Так вот просто заменить и сразу. Раз, два, три. Все, 8-8, грубая сила, ребят. Обязательно поставьте лайк, это того стоит. Ну, вот так вот. И мы сейчас посмотрим на него, что он может такой прокачки. Ну, мы его скоро сделаем топовым однозначно. Так, смотрим. Ничего так. Крита, правда, нету пока. Видите, ему нужно делать однозначную эволюцию. Стыковка еще будет. О, уже получше урон начался. Это он жесткий тип. Ну, конечно, один. Он пока мелкий. Давайте его немножко подкачаем. Вот 80-й.
Почистим немножко склад. Вот у нас уже 4.10. Давайте теперь посмотрим на него. Ну, его надо, конечно, качать в потолок однозначно, но я опять же думаю, что делать с Минотавром, его тоже надо качать. Куча героев уже в очереди на прокачку. Ну, смотрим с нашей тыковкой. Ну, уже по 3000 бьет. Ну, крита пока не будет, ему однозначно теперь под грубую силу надо делать аугментацию, делать эволюцию. Но уже, как видите, просто поимел там героев. Вот против одержимого. Ну, кто кого? Одержимый 156. Против бедного Анубиса. А, нет, не затащим. Единственное... Не, все. Ну, это просто жесть, ребята. Анубис, грубая сила, 8-8 на начальном аккаунте. Я пока своим глазам не верю. Насколько здесь все проще. Ну, проще, конечно, когда ты донатишь. Многие так скажут. Но здесь минимум ресурсов, и мы уже имеем топовые таланты, топовых героев. Ну, не знаю, это очень круто. Ну-ка, интересно, сколько у нас... Насколько у нас хватит зеленых кристаллов. Ой, не зеленых кристаллов, а слизней. Семерка, восьмерка, почти десятка. Можно почти десятку ему сделать. Это будет реально жесть. Так, хотел ресурсы посмотреть. Ну, в принципе, у нас на эволюцию почти уже... Даже КГшки будут. Не знаю, пишите в комментах, ребят, кого делаем первым. Минотавра. Ему надо немножко подкачать скилл. Десятку, эволюцию сделать. В принципе, Минотавр скоро дойдет. Или же качаем в потолок сначала Анубиса. И тот герой будет очень крут на битве гильдий. Правда, Анубис будет давать там возвратки и прочее. Минотавр нам, наверное, получше будет для БГ, я так считаю. И для фарма. Плюс будет у нас пятая ремочка скоро. Анубис у нас будет для подземок топовый. Так, ну и давайте еще у нас тут акция есть какая-то. Заберем отсюда плюшки. Что-то у нас маловато плюшек. Мы ничего тут... Не, мы первую сможем забрать. Тут даже 6 у нас, по-моему, 10 на нашем сервере. За первую. Тут все по-другому. Так, не знаю, что там нам дадут. 15 чего-то дали, скорее всего, что камней. До 2 числа акция, в принципе, тоже неплохо. Можно будет еще что-то вытащить. Какие-то карты, наверное, нам дали. Также тут акция есть на трату самов. Я пока вот в раздумьях, брать ли бастион, тоже напишите об этом. Ну, как бы 35к самов слить ради бастиона, я не считаю это... целесообразным, но тоже как бы очень интересно. Но не знаю, гнев нафиг не нужен. Карта, ну, отсюда мы уже достали стрелка и достали Анубиса, нам, в принципе, это тоже уже не особо принципиально. Лучше, я думаю, паролить, будет больше пользы.
Так, что у нас по рунам? А давайте посмотрим, что мы получили. Ну, 60 книг, это тоже хорошо, неплохо, неплохо. 15 сумок, смены. Пойдет, пойдет. Так. Ну что, давайте пооткрываем коробочки. Вдруг нам что-то годное упадет. Смены пока трогать не будем. Итак, первая. Стойкость. Ну. Так, стрелок у нас с чем? Стрелок у нас стойкостью. Ну, в принципе, ему подходит. Но мы сделаем... Так, ведьма у нас тоже. Уже в потолок. Это с берсом. Хранитель. Ну, давайте так посмотрим всех. Ну, это, в принципе, нет. Нет. Анубиса со стойкостью мы качать тоже не будем. Да, нам ремочку бы еще на Аресика. Хотя будет пятая рунами. Тоже, в принципе, нормально. Так, Гаргул нет. Вольт. Малышник. На полпути до топ-прокачки. О, наш Некрос с ожогом. Так. А ну, так. Заклинательница. Можно, в принципе, поставить ей. На первое время пусть будет. Так, ну что, поехали дальше. Ну давай. Утекание. Ну, пойдет. Однозначно пойдет. Так, кто нам тут нужен с утеканием интересный? Так, на черепа у нас скина пока нету. Эх, было бы неплохо. Так, ну, мы сделаем. Вот так вот у нас будет тыковка. С утеканием на архидемона. Так. Ну что, поехали дальше. Опять стойкость. Ну, что-то я не знаю. Мне аж прям прет тут на стойкости. На этом аккаунте. Я даже не знаю, кому их лепить уже. Бигфут. Ведьма уже есть. Тут уже разброс стоит. А череп у нас с утеканием тоже уже есть. Так, Валька. Можно, в принципе, Вальке поставить. Кто еще такой интересный? Хранитель. Сейчас посмотрим, сколько у нас хранителей на складе. Три хранителя есть. Ну, тоже не особо хочется ему ставить. Ладно, поставим сейчас допу. Так, кто тут у нас допов? Вот этому ставим. И очередная говняная. Ну, не говняный совсем талантик, но просвет. Просвет. Седная топовая сборочка у нас уже собрана. Так, малышник у него нету. Было бы неплохо хранитель. У шапки тоже нету скина.
Так, кому влепить просвет для быстрой прокачки? Даже, ребята, не знаю, кого мы будем качать. Ареса тоже, в принципе, будем качать. Дерево, дед. Можно и Вольту поставить. Поставим пока стрелку. Тоже будем его качать. Пусть будет пока стрелок. Тем более у стрелка есть скин. Думаю, это лучшее решение будет. Оп. 250. Ну, это все, в принципе, не надо. Так. Ну, еще немножко. Малыша Ника тоже 8-8 БВ сделаем. Это очень неплохо. Так. Ну что? Я жду, ребят, от вас комменты, лайки. Что скажете, кого качаем? Минотавра? Либо же Анубиса. Ну, Минотавр тоже достоин прокачки. Мы ему можем даже сразу 10-10 сделать. Чуть-чуть не хватает, но нам, в принципе, хватит. И эволюцию мы сделаем за счет второго. Либо же качаем Ануба. Ануб просто пока будет без эволюции. Ну, просто нецелесообразно будет его использовать где-то, потому что там надо топор, надо делать аугментацию, ловить ему криты. И тогда он будет реально жесткий. Все, пишите комменты, ребят, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать стримы. Все, всем пока.